общем, вчера мне это... Ну, короче, раньше в интернетах публиковали пост, где, так сказать, самые уродливые обложки... Блядь, сейчас надо потише сделать. Короче, самые уродливые обложки публиковали, и там был мужик, как я помню, такой с большой... такой волос, как этот кокон на башке светлый. Ну, похож немножко на Трампа, но не он. Вот. И, короче, дня два назад я наткнулся не только на обложку этого альбома, но еще описание этого певца. Вот. В принципе, он был достаточно эксцентричным, но, к сожалению, никакой славы не сыскал особой. Вот. Ну, дрыгался там в 60-е в клипах. Я его даже имени не запомнил. И, короче, вот эта песня, которая у меня играет на заднем фоном, это была как бы единственная вот такая большая победа в 60-е. Эта песня заняла там... заняла это... второе место в чатах. Вот. Но, несмотря на то, что он был певец, этот мужик, даже эту песню играет не он. Ну, то есть поет, а поет другой мужик. Блин, ой. Ну, песенка-то, в принципе, приятная. Иногда хочется после всяких современных там рэпов, хуепов, фонков, роков, металла включить такое что-нибудь этакое и представить, что ты сидишь где-нибудь на вилле там, пьешь джуис, купаешься в бассейне, пока Челентано не пришел и тебя не выгнал нахуй из этой иллюзорной действительности. Вот. Так что песенка, в принципе, хорошая. Купил в Озоне кепку. А что на ней написано, непонятно. Но что-то очень неприятное. Ла-ла-ла-ла-ла. Да. Вот они ее исполнили, в принципе, конечно, хорошо. А у этого мужика голос был немножко похуже. Вот, блядь. Видали, что? А я иду не по своей стороне, сука. Газом бы его травануть, блядь. Пам-пам-пам. Я на велосипеде ехал, у меня тоже, блин, эти пешеходы тупые мешали. Да, сука, тут идут, то там, блин. Вот. Так что я его понимаю, в принципе. Слова-то грустные получается, погибла в автокатастрофе, а песенка-то веселая. Вот чё. Извращенцы американцы. Но самое интересное, что эту песню в 99-м перепели Pearl Jam. Ну, они вообще шикарно исполняют. Я просто Pearl Jam не стал ставить, потому что авторские права заблокируют их. Вот так можете послушать Pearl Jam. Ну все. Какое место силы?
загада. Обычно тут бывает и бабушка, и девушки сидят хорошие, молодые. А сейчас пока он только там бабушка, блин. Наталья, больше никого. Раз, а потом я виски стал пивом запивать. Очень мне понравилось виски с пивом пить. Захотелось. Может, вискаря купить? Или пивка? Или буратино? Надо подумать над этим. Та-та-та-та, пошалить хочется. Хочется пошалить. Сразу немного пошалить. Вот-вот-вот-вот. Виски с пивом пить. Вот-вот-вот-вот. Немного пошалить. Давай, Виталя! Надеюсь, за эту музыку ты меня не забанит, Ютуб. Скажет, украл. Украл, выпил, в тюрьму. Понимаешь? Ну ладно. Посидели полчасика. Пора и честь знать. Вон там, тетки какие. Негры. Пора и... Хватит париться. Все. Пора выдвигаться на базу. Год, тот, мятые трусы. Год, тот, знакомые усы. Давай! Год, тот, мятые трусы. Год, тот.